известные нам карты Таро Ленорман – это реконструкция на основе многочисленных писаний Марии Ленорман, придворной гадалки Наполеона. На данный момент существует бесчисленное количество классических колод Ленорман с работами различных художников и нестандартных аналогов. Отличным вариантом для начинающих тарологов станут бюджетные версии интерпретации классических колод Ленорман. Стандартную колоду Лос Карабео можно приобрести в наборе с книгой «Оракул Ленорман» того же издательства. В книге вы найдете толкование каждой арканы и детальные схемы раскладов. Ряды классических колод пополнили версии с поэзией от украинского и немецкого производства. Самая маленькая версия создана в размере карт для бриджа, компактная и износоустойчивая. В трех версиях карты представлены с классическими изображениями и поэзией для лучшего понимания. Любителям нестандартных колод придутся по вкусу лиловые и вишневые сумерки. Это винтажный оракул Ленорман на основе работ художницы Береники. Набор состоит из двух колод-компаньонов по 36 карт для расширенных возможностей гадания. Большая астромифологическая колода аналогов не имеет, ведь представляет 54 уникальные карты на основе системы Ленорман. На картах показаны талисманы-обереги, которые можно использовать для защиты в неблагополучных ситуациях. Среди интересных аналогов с оригинальной работой художников представлены две немецкие колоды – «Мистический Ленорман» и «Картоман Сидек».